Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Ну что ж, мы с тобой остановились на 221-й миссии. Давай посмотрим, кто у нас тут. Так, я вижу легендарного дракона. Ну, а в остальном, в принципе, ничего страшного нету. Ну, у него гринч. У него есть гринчи и старикашки. Ну что, давай посмотрим. Как говорится, чей гринч и чей старикашка будет круче. Ну, я думаю, что его... у него яд есть. Так, здесь, значит, у нас будут первые проблемы. Ну что же, попробуем. Попробуем что-нибудь с тобой вычудить. Так, этого гринча, если мы сейчас накажем, то это будет круто. Так, а у него... Блин, да старикашка, ты достал, а? Бумс, правильно. Так, надо этого детка нам тоже как-то забрать. Тихо, дракоша летит. Смотри, что творит. Так, надеюсь, мой гринч все-таки рисанет. И желательно бы всех. Давай. Блин, ну кого там? Так. Ну, и что? Так, гринч, быстрее возвращайся обратно. Ага, отлично. Так, нам нужно с тобой сейчас применить опять яд, скорее всего. И мы с тобой сейчас это сделаем. Ага. Вот так, чтобы знал свое место. Так, а дракона этого сегодня будем жарить или как? Похоже, не будем, да? Нет, будем. Единственная проблема в том, что он очень как-то быстро пришел в себя. Пришел в чувство, так скажем. Смотри, что происходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Курица не успела, к сожалению. Так, ну что, это чей гринч-то, кстати, был? Это был вражеский, да? А я уже было возрадовался, думал, мой. Да, конечно, мой. Нет, не мой. Так, слушай, мне нужно, знаешь, что сделать? Мне нужно вызвать гринча. Мне нужно вызвать гринча и при этом... Да ты посмотри, что творит, а? Давай травить нафиг, достали уже там эти все хламоны. Эй! Давай. Что там происходит, не могу понять. Ну, из какого, блин, перепуга? Смотри, что творит, а? Он яд тоже активировал. Ребят, мне кажется, что здесь мало, как бы тебе сказать, одного яда. Тут надо еще, наверное, скорее всего, брать молнию. Ну, ты сам прекрасно видишь, что произошло. Надо брать, значит, получается, молнию. Потому что, ну, мы не успеваем. Или же, можно сделать вот этот вот ураганчик, который, кстати, надо прокачать. Вот. И за счет этого урагана просто их туда сводить всех. И там уже ядом уничтожать. Слушай, я думаю, это будет даже неплохая идейка. Сделаем мы, наверное, с тобой вот так. Поехали. Я сдаваться не собираюсь. Пускай даже об этом и не мечтает, если честно. Курицы. Так, ну, яд. Если у нас же яд будет применять, мы с тобой быстренько будем все это дело менять. Будем быстренько с тобой все это дело менять. Ну-ка, поехали. Да-да-да, именно вот так вот я и хотел сделать. А кто? Кто там? Что сделал? Я не могу понять. Так, давай, кур. Тыч. Не врубился. С какого, блин, перепуга? Ай-яй-яй-яй-яй. Он все-таки тоже, да, яд применил. Ну что, у нас есть цветочный дед. Так, он нам здесь поможет. У него, он опять вызывает, он в первую очередь вызывает гринча. Естественно, он хочет всех тут рисануть. Ну а мы, естественно, не хотим ему этого позволить. Это все понятно. Так, резается, да? Всякое тут отродье. Так, ну что, давай мы, наверное, всех тут уберем. И вот так вот с тобой сделаем. Я думаю, это для нас будет оптимально. Так. Шикарно. Сейчас даже если он будет использовать свой яд, нам уже будет на это по барабану. Потому что
мы его уже прижучим. Как ты видишь. Так, яд, отлично, мы все-таки успели победить. Прекрасно. Так, вскрываем сундучок. Липовый, так скажем. Кто у нас тут? Буря. И продолжаем. Ну что же, 222-я миссия. И смотрим, что у нас тут по противникам. Получается, у него есть ураганчик. У него есть стрелок. Ну, я тебе скажу, что все равно у нас идет преимущество. Ну, во-первых, у нас тоже есть ураганчик. Пускай даже не 10 уровня, но тем не менее у нас есть яд. Так что... Тихо. Так, обезьянка, тебе здесь... То есть обезьянка. Стрелку здесь не рады, верно? Верно. Так, вот это плохо. Это очень плохо. Так, ну что, если на худой конец, ребята, у нас есть... О-о-о-о, давай бомби там своих же. Так. Не-не-не-не-не, если он думает, что у него тут что-то получится, нет, ничего у тебя не получится. А, он тоже ураган вызвал. Давай, беги там своих щелкой. Так, это у нас толкатель идет. Нам на него плевать на самом деле. Так, вызываем еще одного Гринча. И вызываем цветочного дедушку. Я думаю, что все, ему крышка. Арена мастер отдупляется. Ну, а мы с тобой получаем победу и продолжаем. Так, опять у нас липовый сундук. Почему липовый? Потому что здесь, ну, ничтожные награды на самом деле. Так, поехали дальше. 223-я миссия. И тут вот. Вот здесь уже посерьезнее все. Во-первых, ребят, у него две леги. Вот этот вот дракон меня бесит механический. Плюс, как ты видишь, у него стрелок, кузнец есть и старикашка. Как мы через это все будем пробиваться, я пока ума не приложу, но надо что-то делать. Этот дракон бежит вперед. Ну что же, поехали. Начнем потихоньку. Так, если что, будем применять с тобой ураганчик. Без него нам никуда. Так, ну что, сделаем? Сделаем, конечно. Пускай они там жарятся. Слушай, этот... Правильно, давайте там друг с другом деритесь. Мне так только будет на руку. А вот это вот мне уже не нравится, то, что у нас тут идет. Давай этого старичка. Кузнеца, точнее. Так, тут уже, я смотрю, два дракона вышло, да? И тот, еще и этот. Еще, как мы видим... И дедуля, старикуля, вышел. Вот это вот самое плохое. Так, что нам сделать? Давай вызовем тоже еще одного. Давай, кузнеца, блин. Так, вызываем еще одну. Плюс делаем вот так. И, соответственно, делаем вот так. Вот совсем-совсем другое дело. Так, Гринч у меня там резает. Есть. Так что Симона мы с тобой отдубасили. И это круто. Ох ты, сколько монеток. Нам нужно обязательно это приумножить. И почти ничтожный Джоу. Так, ну что, 224-я миссия. И я смотрю, здесь у нас опять дедуля есть. В принципе, только дедуля и заморозка. Хм. Ну, заморозка мне не так страшна, потому что у нас есть ураганчики. Если что, мы сможем отодвинуть от себя, да? Неприятности все. Но нам нужно с тобой вызвать деда. Естественно, в первую очередь деда. И он тоже вызывает дедулю, я смотрю. Но мы его сейчас быстренько с тобой уничтожим. Мало того, что мы уничтожим, мы еще и этих хламонов всех сдуем отсюда подальше. Чтобы они нам не мешались. Ты посмотри, а что это ведьма так долго этим жуком? Давай. Так, слушай, смотри, какой жук этот, Фида, крепкий, а? Если честно, я не думал, что он вот прям вот настолько будет крепким. Так, давай этого детка шваркнули. Блин, опять этот охламонище идет. Вызываем следующего деда. Бумс. Нормуль. Официантик работает на нас. Так, давай еще Фида звездани, пожалуйста. На тебе. Шикарно. Так, и мы с тобой ставим сюда яд.
Если он думает, что сейчас кто-то тут выйдет и ему поможет, то он в этом, конечно же, ребята, ошибается. Как ты видишь, все у нас отлично получается, и мы с тобой двигаемся дальше. А дальше у нас практически 225-я миссия. Так, что у нас тут? Ага, смотри-ка. Есть стрелок, есть шаман, Янси. Думаю, ничего страшного здесь нету. Единственное, что у нас нет танка, но есть зато боец. Это старикашка. А у него есть пламя, кстати. Вот в чем проблема. У него есть друзья пламя. Угу. И на самом деле это не есть гуд. Да ё-моё, яд-то, блин. Давай, 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 родные мои. Уничтожаем, уничтожаем все, что здесь двигается, шевелится. Правильно, рисанули опять старика. Янси, за нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вызываем с тобой нашу заклинательницу. Кто там у него? Ах, ты шамана вызвал. Ёпрсоте, ты посмотри. Так, старика, да, короче, мне хотел шлепнуть. Он, в принципе, и шлепнул его. Но я вызываю еще одну старикашку, так что все у нас тут будет нормуль. Так, единственное, что мне не нравится, это вот этот вот шаман. Поэтому давай мы, наверное, сделаем так и вот так. Пускай они там все сидят и погибают. Отлично. Посмотрите, какая у нас тут уже армия. Я думаю, что ему бесполезно здесь против нас бороться. Это СКС. И сейчас мы его наказываем. Все, друзья мои. Просто круто. Так, у нас 37 монет, 20 опыта, пузи. А также нам буря выпадает. И торговец душами дупи. Двигаемся далее. 226 уровень. Что здесь у него? Курица. Шаманы меня что-то в последнее время вот эти вот напрягают. Чем они напрягают? Во-первых, далеко очень стреляют. Во-вторых, у них очень такой приличный дамаг. Так, ну что, давай, наверное, по старой традиции. Ну куда ты? Вот куда ты бежишь, а? Вот скажи мне на милость, куда ты, спрашивается, бежишь? Да-да-да-да-да. Вот так вот все и будет с каждым. То только на нас тут быканет. Так, куда это он? Куда он? Вот куда ты разогнался-то? Скажи мне на милость, а? Вот, туда тебе дорожка, иди обратно. Разогнался, понимаешь ли, мне тут. Так. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Никого не пропускаем. Правильно, бей своих, чтобы чужие боялись. Закололи мы Рафа. И Ринаку, думаю, сейчас все, крышка. Довольно быстро. Все-таки очень у нас хорошо пошел перелом игры именно после того момента, как мы с тобой получили Деда Амура. Можно сказать, отсюда именно идет отчисление, да, наших побед. Ну, а вот и 227-я миссия. Так, здесь я вижу. Смотри-ка, у него есть крабик 2-го уровня, кстати, заметь. Плюс стрелок, плюс этот и танкуля. Хм. Как интересно, мой дед цветочный, блин, против этих танков один борется. Я удивляюсь ему, если честно. И удивляюсь, и вдохновляюсь тем, что он очень-очень хорошо себя ведет. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, смотрю, сейчас. Пошли отсюда. Отсюда пошли. И вот вам в яд. Так, вот это вот, вот это совсем. Во-во-во-во-во-во. Бомби-бомби-бомби. Блин, цветочный дедуль. Ну как так-то, а? Так, нам нужно с тобой побольше, наверное, взять этих. Что это у него? Молния. Ёк-макарёк. А кто бы мог подумать-то, что у него. Слушай, нам нужен Гринч. Если мы вызовем с тобой Гринча. А если мы с тобой вызовем Гринча? Что мы с тобой? Вот вызовем мы Гринча, и что? Оу, щет. Гринч, выручай. А чё он так бомбит мощно-то, этот Раф, я не понял. Давай-ка мы, наверное, с собой сделаем так. Погнали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, достал меня вот этот бегун. Вот серьезно говорю, он меня просто достал. Давай бей своих там. Ну!
кузнеца-то этого бомбанете сегодня или нет? Сейчас крышка нам всем тут. Трындец. Нет, все-таки без танка хреновенько идти. Так что давай мы, наверное, с тобой сделаем следующий вариант. Это будет танк. И возьму я его, наверное, вместо ураганчика. Да, скорее всего, придется нам именно так сделать. И возьму я, наверное, стрелка. Надеюсь, это мне поможет хоть как-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди, не туда нажал. Секунду, друзья мои. Поехали. Хотя здесь, наверное, можно было бы убрать и нашу эльфийку-магичку. Я думаю, что тут тоже как бы от нее не особо много что влияет. Да. Поспешил, я поспешил, ребята, выпустить всех сразу же. Видишь, что он сделал? У него, оказывается, молния. Причем такая довольно серьезная. Какого? 23 уровня молния. То есть, соответственно, старикашки мои будут страдать. Сейчас я посмотрю, он будет применять резную молнию или нет. По идее, как бы он должен. Да, и он это делает. Окей. Окей, смотри, 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 что происходит у нас. Ну? Так, а вот теперь давай-ка мы посмотрим, кто кого. Да-да-да-да-да-да-да, давай-давай-давай, между собой там делитесь, как хотите. Пока я вызову, пожалуй, еще одного Гринча себе в помощь и еще одну старикашку. Давай, 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 цветочный дед нам здесь обязательно нужен, поэтому чем больше мы с тобой получим этих дедов, тем больше, как говорится, мы рисанем с тобой. Парагончик отдуплился, ну ты сам видел, да? Так, друзья мои, двигаемся с вами далее. Молниеносная буря, поехали. Тут у нас идет перелом. 228 уровень. Вообще, вообще на изи. Даже, я думаю, этот старичок не поможет. Плюс эльфийка. Нам, наверное, не надо было брать. Хотя у него нет заклинаний. Понимаешь, у него нет заклинаний. Поэтому, что он здесь делает? Опа. А что это, Мэнни так и должен быть? Таким крепким. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай, вот обратно беги, пожалуйста. Не надо тут меня раздражать. Пикс, блин, травление. Дело дрянь какой-то, а? Ты посмотри. Так, Раф сейчас будет бомбить, естественно. Бух, свои пухи. Свои пухи. Эй, ну хоть кто-нибудь там обернется против. Да-да-да, вот, Рафаэль, давай своих вот бомби. Так, если он сейчас сюда зарядит своим снарядом, это будет бобо. Надеюсь, он этого не сделает. Так, он сделал. Он это сделал, ты понимаешь? Так, я, наверное, еще одного стрелка вызову. И еще одного цветочного дедулю. В принципе, и все. Да? Получается. Отлично. Отлично, друзья мои. Мы победили. 906 монет обязательно нужно приумножить. Ух ты, это кто у нас такой? Бальбоа Попка. Обыкновенный какой-то чувак. Ладно, умножаем. Ну и вот и 229-я миссия. Здесь я тоже не вижу никаких проблем. Единственное, что, конечно, ярость, но... А, и пламя. Ладно. Поехали. Кто кого, как говорится. У него команда практически бегунов. Как я погляжу. Так, старикашка, ты давай-ка там завязывай. Бомбить. Так, что у него? Так, жучар, ты посмотри, что творит. И мне нечего сделать, прикинь. Вот это лопухнулись мы. Ладно, гаденыш. Так, значит, будем действовать с тобой по-другому. Заменим. Ну, что мы заменим? Нам здесь не понадобится вот этот стрелок.
А сделаем мы с тобой следующее. Так, стрелка заменяем. Знаешь, на кого? Вот. Так. Можно, кстати, взять еще курицу. Она тоже, кстати, неплохо бомбит. Вместо кого? Че это за такой этот? А-а-а, боксер. Я думаю, что за шитик у нас тут будет. Это боксер обычный, понятно. Кстати, мы хотели с тобой посмотреть Буду. Что он там делает? А, замораживает. Просто замораживает. Ну, глянем. Давай так вот сделаем. Просто хочется посмотреть, как это все будет действовать. В бой. Блин, он пламя, да? Свое будет применять здесь. Ну, давай, допустим. Ну-ка, как там у нас Буда? Как он там замораживать сейчас будет, интересно? Ага. Губишки закатай. Блин. Слушай, ты запарил, а? Гринч, ты будешь... Нифига он не будет, он ничего не хочет делать. Стоит как дебил и радуется. Чему радуется, непонятно. Такой медлительный, я офигею. Так, значит, Гринч здесь, наверное, нам не зайдет. Или зайдет. Давай-ка еще посмотрим. Это точно Будда, это не наш конек. Кстати, эльфийка вот эта тоже не наш конек. Почему? Потому что она очень-очень медленная. Нам, наверное, скорее всего, зайдет вот так вот. И помимо этого, наверное, зайдет пират, может быть, взять. Да вот что, господи, что мы с тобой паримся-то? Конечно, молния. Она и старичка там, если что, прижучен, да, который там у нас стоит. Ну и вот этих халамонов тоже довольно неплохо покоребит. Так, погнали. Че, он там старичка своего, да, запустил? Угу. Подожди, что я тут хотел сделать? Гринча, что ли, позвать? Блин, вот он что делает. М-м. Нет, не прокатит. Значит, нам нужно с тобой брать какого-то стрелка. Раз этот старик не понимает нормальных слов, молния здесь, значит, не прокатит. Хотя, подожди, почему не прокатит? Если мы сделаем вот так, отодвинем их, да? Должно, в принципе, сработать. Попробуем. Тогда нам надо выпускать с тобой в первую очередь Гринча. Потом делать вот так. Дальше вот так. Угу. Он же сейчас пламя применит, да? Насколько я могу понимать. Твою паршивость-то, а? Не выходит, ребята, у меня пока. Куру. Возьмем с тобой куру и тогда давай уже вот так вот. Может быть, зря. Стрелок нам здесь не нужен, это однозначно. Попробуем так. Ну, по крайней мере, мы нашли с тобой оппонента, который действительно приносит нам одни проблемы сейчас в данный момент. Поехали. Нет, 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 нет. Давай вот без вот этих, блин, своих выкрутасов. И все, и мне поставить некого, да? Стоим, как эти, как олухи. Чего? Они Брока, любовника, быстро так с одного удара вынесли. Так, значит, мы убираем. Но этот-то уже должен выстоять, ё-моё. Кстати, тут яд вообще, честно говоря, не особо хорошо заходит. Вот что я заметил. Давай-ка мы, наверное, сделаем не яд, а вот так. А? Раз у него там всякие бегуны. Блин, тут старик. А старика-то как я теперь, извини меня, передамажу без заклинания? Объясни-ка мне теперь, на милость.
Вот тебе и дилемка. Ну? Да ё-моё, ну вы это вот хлычи... Хрыща, блин. Раф, ты будешь там стрелять? Понятно. Прикинь, я не могу этого деда завалить. Чё за бредятина, я не пойму. Вот этого вот старика 6 уровня, я не могу его одолеть. Раф там тоже что-то вообще ничего не делал. Почему? Без понятия. Ну и кого мне тогда здесь поставить? Этого что ли? А есть ли смысл? Не знаю. Улучшить. Ну, допустим, да, сейчас попробуем поулучшать. Угу. Это же какой он у меня сейчас уровень-то получит? Ага, 20-й не хватило чуть-чуть. Ладно. Так, у нас тут уже сундук на открытие готов. Пузи. Галас и электропопка. Ну что, давай попробуем. Тоже у нас такой с тобой отряд скоростной наполовину. Этот пузи, конечно, 23 уровня. Че, давай проверим, кто кого. Ага. Да ёпарасете, блин. Ну ты серьезно, что ли, сейчас? Вы вообще в своем уме? Как, это что за читерство? Я не пойму. Блин, ну-ка давай тоже сейчас возьмем с тобой. А чего я хотел взять-то? Тоже ярость. Тоже возьмем с тобой ярость вместо курицы. Я просто... Меня просто это бесит. Уже взбесил, вот серьезно тебе говорю. Так, где? Вот она. Вместо курицы. Так, мы еще прокачаем с тобой капельку. Все. Поехали. Сейчас посмотрим, как у нас будет ярость работать за нас или против нас. Я не спорю. Гринч может быть здесь, конечно, лишним. Слишком медленный. Слишком медленный, ребята, этот Гринч. Проверим. Я в шоке. Я в шоке от того, что у нас ничего не получается. Давай еще подумаем. Если я возьму вот это пламя. Если я возьму отравление. И ураган. Вот таким вот образом. Плюс стрелка брать не стоит, потому что он пламенем 100% звезданет. Это как пить дать. Может быть, этого взять. Вот я даже и не знаю, что нам здесь понадобится, а? Давай вот так вот. Пойдем проверим. Ну, в любом случае, нужно все, друзья мои, проверять, потому что... Иначе как мы поймем, что нам нужно, а что нет? Ярость. А, у него ярость, оказывается, 10 уровня, прикинь. Угу. Так, пламя. Да зачем ты пламя-то сейчас используешь? Рэй, господи, ну зачем ты пламя-то сейчас использовал, блин, ну ты вот непутевый, а? Тут я сам виноват. Нафига вот пламя, он был за нас, я взял, навел пламя и он побежал, естественно. Тупанул. Ну и вот этот вот, ну что-то вообще как это имба, просто, ребята, имба.
Давай мы сделаем с тобой так. Так, вот смотри, он сейчас захиливает своего старикашку, этого паршивого. Мы даже его не можем уничтожить. Плюс он захиливается. Ай, трэш. Ни за что бы не подумал, что со стри... Ой, какая арена. Ни за что бы не подумал, что цветочный дед 6 уровня так вот быстро бомбит. Может быть, замедление еще взять? Вместо чего замедление? Вместо вот этой курицы? Вместо вот этой курицы взять замедление или что? Ну давай, давай, допустим, да? Мы с тобой сделаем замедляшку. Вот сюда поставим. Конечно, отряд у меня получается состоящий из одних заклинаний. То есть замедление, цветочный дед. В общем, все как-то не так, как надо. Ну давай, посмотрим. Неужели? Ага. Вот тебе и неужели. Блин, ну ведь все же получалось. Все, и подбили огнем, и все, и нет. Ни шишерики. Яд. Ну, яд в любом случае нам надо как бы сразу изначально тратить. Старичков этих всех тут. В замедление, естественно, в замедление, ребята, их. Во! Во-во-во-во, вот уже хорошо. Но опять же. Так, смотрим. Пока хорошо, ребят. Пока. У него сейчас пламя, не забывай, может быть. Угу. Ну давайте этого деда-то, господи, чё, вот вы не можете захватить, что ли, деда этого? Окей, допустим. Так, смотри, 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 что делает. Ярость. Ярость ребятам включает. Давай, 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 давай. Ты смотри, что сделал, а? Всех дедулек. Yeah! Ты прикинь, сколько мне пришлось. Сколько мне пришлось драться, чтобы здесь пройти. Ну, это серьезно было, да? Ну и остается последний 230 уровень. Так, смотрим, что здесь. Твою налево. Слушай, чем-то напоминает мне то, что уже было. Только старичок уже не 6 уровня, а как видим, мы 7. Я не знаю. Давай попробуем. Будет очень сложно, судя по всему. Естественно, сделаем с тобой так. Всех их в пламя. Плюс замедляху. Так, главное, чтобы наш... Во. Ай-яй-яй-яй, не вышло. К сожалению, сразу вижу, там мы с тобой сфейлились. Так, а как же тогда быть? Ну, вот этот замедляха мне не помогает. Вообще никак. Вместо нее, может быть, нам поставить... Слушай, а что, если я возьму пирата? Пиратку, точнее, а? Давай посмотрим, как она будет тут фигарить. Так, у нас ураган, есть пламя. Мне кажется, ее сейчас быстренько тут разнесут. Возможно. Так.
Так, давай посмотрим. Просто проверим, насколько это будет эффективно. И будет ли это вообще эффективно. Это неэффективно почему-то, ребят. Слушай, а я ведь могу попробовать сменить противника или нет? Блин, за рекламу не хочу. Значит, давай думать, что нам с тобой сделать вместо пиратки. Если... Нет, этого я брать не буду. Янси. Слушай, а если я возьму стрелка? У него, подожди, у него заклинания есть какие-нибудь там или нет? А, так у него только ярость. Так, погоди-ка. Если у него только ярость... Блин, а этот же долго там перезарядку свою делает, да? Насколько я помню. Допустим, опа. Так, у него ярость. Не забывай об этом. Да, господи. Ага, смотри, 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 что он сделал. Зачем он это сделал, я пока ума не приложу. Так, слушай-ка, смотри, что у нас тут выходит-то. Очень даже неплохо. Взял, заколол его. Опа. Так, по-моему, твоя ярость тут уже на бесполезна. Да, ребята, мы выиграли. Круто. Так, сундук. Что у нас тут? Да ничего хорошего нам не выпадает здесь, как мы видим. Двигаемся дальше. А что дальше? Дальше мы с тобой переходим на следующую новую локацию. Угу. Пошли, пошли, пошли. Уже легендарки. Вот так вот. Ну, а на этом, пожалуй-ка, я буду, наверное, закругляться. Мы обязательно с вами продолжим, но уже в следующей серии. Начать открытие. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.